Стали известны доходы сына олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской от фигурного катания, сообщает «Советский спорт». Мать юного спортсмена отметила, что у шестилетнего мальчика уже есть рекламные контракты. Он уже заработал около 10 миллионов рублей. Есть итальянское агентство, которое представляет его интересы в Италии, а также агенты, которые занимаются его интересами в Америке и во Франции, заявила Рудковская в эфире программы «Секрет на миллион». Рекламы недавно сыну Плющенко запретили выступать с его ледовой программой в Европе и Азии из-за использования музыки Майкла Джексона в одной из программ. На решение организаторов повлиял нашумевший фильм «Покидая Неверленд», в котором знаменитого певца обвиняют в педофилии. Ранее Киржаков и Тюльпанова обратились во время развода к сыну.